Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда ваш Ключ, и добро пожаловать на мое новейшее видео. И сегодня уже 30 июня, а это значит то, что сегодня в игре Brawl Stars выйдет испытание чемпионата, очередное, уже июльское. Оно начнется уже буквально скоро, в 11 либо 12 МСК, и продлится около 3 дней. И, собственно, сегодня я вам расскажу, кого же пикать, потому что у нас будет 5 этапов, 15 побед, потому что это почти самое сложное испытание, да. И, собственно, у нас будет... 4 попытки, то есть 3 поражения, да, и мы вылетаем. Награды у нас будут монеты, очки силы, кредиты, блинги, ну и, естественно, прохождение в отборочный этап. Уже на ежемесячные квалификации. И какие же у нас будут карты сегодня? А именно, заход кристаллов вжух-вжух, неумолимый рок, наград за поимку, филдгол, броулбол, пылающий феникс нокаут и открытая зона, в принципе, горячая зона. В принципе, я готов начинать. Вы не забывайте про лайк, подписку на мой канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики стримчатские. И напишите в комментариях, как вам наши пики. Потому что пики будет не только от меня в этот раз, но еще и от моей команды ТКГ. Либо же Team K Gaming, либо TK Chrome. И я, собственно, эти пики подготовили. У кого лучше пики, напишите об этом в комментариях. Ну а я уже стартую. И первая у нас карта, как я уже сказал, вжух-вжух. Залетаем уже в Brawl Stars. И давайте-ка вам скажу свой пик. Мой личный пик, который я сюда подобрал. Это, в принципе, здесь пик у меня такой, более разнообразный. Но все же, каких персонажей сюда все-таки можно взять? Это у нас Амбер, Пенни, Эм, Стара, Шелли, Кроу, Чила, Газ, Джин. Кстати, открою вам карту. Карл, Спайк, Бо, Эмс, Нита, Мэйси, Бэмс, Ту и Мистер Пи. Лично мне кажется, что самыми лучшими персонажами все-таки сюда будут Эмс, Амбер и Шелли. Однако можно на мид поставить какого-нибудь Джина, либо Пенни. Это вот прям идеальнейший пик, который можно сюда поставить. Ну, либо же на фланг какую-нибудь Ниту или Таро, опять-таки. Собственно, здесь у нас карта, как вы видите, такая, кустовая. Поэтому со флангов будет очень легко подходить. Кстати, это уже новое у нас окружение. Так что, я думаю, довольно будет интересно. Ладно, пока мы тут играем, я вам скажу пик Грома и пик Тикея. Собственно, пик Грома. Ой, куда я зашел? Это у нас тут Эм, Стара, Спайк. Это на фланге там. Амбер, Роза. Тоже на фланге. И на мид Джин. Ну, либо же пик Роза, Покка, Джеки. Ну, в принципе, вы знаете, этот пик, он и для ББ. Он универсальный, да, такой хиллерский, так скажем. Дальше карта, ой... Пик Тикея, это у нас Эш, Гриф, Эм, Стара, Спайк, это на фланге, собственно, на левый и на правый, и Джин на мид. В принципе, пики довольно похожи. И первая карта, в принципе, завершена. Нет, Ликанс пока нет, пока нет. Так, дальше у нас карта. Неумолимый рок, наград за поимочку. Давайте, я вам ее открываю и говорю вам свой пик. Здесь, в принципе, обязательно нужно брать Шелли. Ну, естественно, Шелли с ультой в кустах, это просто не контрящаяся тема, естественно. Также сюда Бо на Вижн, это довольно хорошая здесь тактика. Ну и дальше уже кого вы хотите. Можете взять, в принципе, Амбер, РТ, Карла, Тару тоже, Эмс, Спайка, Пчела, Джанетку можно, в принципе, как-то взять. Джина, Кроу, Грома, Пэма, Скуика, Мэйси, Гейл. Это уже в зависимости от того, каких вы других персонажей возьмете. Но Бо, Шелли, я думаю, здесь должны быть прям вот 100%. Дальше, скорее всего, какой-нибудь Амбер и РТ я бы взял. И... Либо Гейла. И все, я думаю, это просто имба. Ну, еще как Тара, да-да-да. Тара еще тоже хороша довольно-таки. Тоже и с гаджетом на Вижен, или с чертиками тоже довольно будет хорошо. Дальше. Пики у нас от Грома. И здесь пик у нас один. Я не знаю, может, перепутал карты, либо нет, либо да. Но здесь у него пик Ворон, Пайпер, Спайк. Ну, ладно, как есть. Как есть. Дальше Тикей. Пик Тикей это... Эмс, Спайк, Ворон, Бо и Грей. Ну, каких персонажей? Здесь не пик больше, а какие персонажи сюда подойдут. Хорошо, в принципе, мы уже разобрались. Дальше идем на следующую мапу. У нас это филдгол. Филдгол, она у нас здесь последняя. Давайте вот так сделаем. И филдгол. Кого же я бы вам посоветовал сюда брать? Я думаю, здесь очень обязан просто быть Отис. Просто по-любому он здесь очень хорошо будет отыгрывать на миду. Это прям лайк просто ставлю. Топовый лайк. Так, дальше, кого еще можно, в принципе, взять? Это Вальта, Пчелу, естественно. Бонни, в принципе, можно брать.
Карла, если я не сказал, Мистер Пи, Эмс, Ворон, Ниту, Мэг, Эш, Динамайка, если вы вдруг захотите. Но я не знаю, это, конечно, уже третий этап. Здесь уже как-то рисковать не хочется, потому что могут и хорошие человеки попасться, могут и плохие человеки попасться. Поэтому Динамайка это уже на ваше усмотрение. Если вы просто фанитесь и вам не обязательно, в принципе, выиграть, вы можете взять Динамайка. Хоть он тоже довольно-таки хорош. Ну и в целом Сквика тоже можно было бы взять. Ну и Эмс, если я тоже, опять-таки, не сказал. Вот и весь мой пик. Дальше пик Грома. Это Макс, Рико, Карл, Пчела, Леон, Спайк и Сэнди. Это вот персонажи, которых он бы сюда взял. И у Тикея то же самое, что и у Грома так получилось, но еще бы он взял сюда Бонни. Интересный выбор. А мы идем на следующий, уже четвертый этап. И четвертый этап у нас, это у нас Пылающий Феникс. А вот он. Довольно-таки интересная карта. И давайте я вам скажу именно свой пик. У меня здесь нет как пиков, потому что довольно-таки интересные здесь могут быть комбинации. И давайте-ка я уже начну. Так, мой пик, который я бы сюда взял, это по-любому Метатель. Ну, это, в принципе, понятно. Тик, либо Спраут, либо Гром, либо Мистер Пи, неважно. Также я бы мог взять сюда Джина. Он будет затягивать и делать лютые тяжки. Это прям круто будет. И Отис. Это прям будет прикольный пик, в принципе, как я считаю. Также можно взять Пчелу, в принципе. Мэнди можно взять, Карла, Мэг, Мэйси, Бонни, Эрти. Так, кого же еще сюда можно взять? Ну, в целом, можно брать и Барли, как метателя. Если вы вдруг захотели, я его что-то не перечислил. Пенни можно брать, и Грея, Леона, Брока, Пайпер, Нани. И, в принципе, это все персонажи, которых я бы сюда взял. У Грома пик. Байрон, Тик, Леон, либо Джин, Спраут, Спайк. Ну, интересно, интересно. И у Тикея у нас Грей, Джин, Спраут, Барли, Карл, Бонни, Пэм, Гриф, Тик. Это персонаж, которых он бы сюда взял. Интересный выбор у ребят. Ну, а мы передвигаемся уже к последнему. Заключительному этапу горячей зоны. У нас это открытая зона. Интересно. Окружение 21 года. Итак, давайте-ка вам скажу свой пик. Поскольку это последняя карта, здесь прям надо играть на максимум. И здесь нужно брать прям самое топовое. Поэтому здесь бы по-любому зашли персонажи, как Ворон, Пчела, Карл, Мэг, Газ, Лу, Сту, Макс, Пока, Бонни, Эрти, Отис, Лола, Спайк, Пэм, Пенни и Белль. Мистер Пи я бы не стал, наверное, сюда пикать, хотя как вариант, кто как смотрит. Потому что есть игроки более профессиональные, есть менее профессиональные, есть у кого-то эти персонажи, есть у кого-то другие персонажи. Поэтому как бы всем не угодишь, в принципе, понятно. Это вот мои персонажи, которых я бы сюда взял. У Грома это Ворон, Макс, Беа, Пэм и Пенни. А у Тикея это Макс, Пчела, Гриф, Пэм, Джинни. Джин, Тара и Спайк. Это вот все персонажи, которых бы взяли ребята на эту карту. Я надеюсь, что вам наши пики зашли. И вы поставите лайк, подпишитесь на наши каналы, ссылки в описании, естественно. Ну и нажмите на колокольчик. И напишите обязательно в комментариях, как вам наши пики, потому что Team King Gaming впервые делают пики прям полностью, всем составом. Интересно, у кого пики получились лучше. Ну и всем удачи пройти испытания, всем до скорых встреч и всем пока-пока.